Ну и теперь какую-нибудь задачу с натуральным логарифмом. Например, найти наименьшее значение функции y равно 3x минус логарифм натуральный от x плюс 3 в третьей на отрезке от минус 2,5 до 0. Мы начинаем с того, что находим производную этой функции. Да, но как же нам посчитать производную от логарифма x плюс 3 в третьей степени? Есть, конечно, формула для производной сложной функции, но мы пойдем немножко другим путем. Мы скажем, что логарифм натуральный от x плюс 3 в третьей степени равно 3 умножить на натуральный логарифм от x плюс 3. Производная от натурального логарифма числа x плюс a равна 1 на x плюс a. И тогда мы получаем, что y' равно 3 минус 3 делить на x плюс 3. Приравниваем производную к нулю. Мы получим, что 1 делить на x плюс 3 равно 1. Отсюда x равен минус 2. Минус 2 как раз лежит на промежутке от минус 2,5 до 0. Рисуем ось x и определяем знаки производной на промежутках от минус 2,5 до минус 2 и от минус 2 до 0. Если x равен 0, подставляем в производную. Здесь будет 0, 3 делить на 3 – это 1, 3 минус 1 – плюс. Значит, на промежутке от минус 2 до 0 производная положительна. Минус 2,5 подставляем в производную, производная получается отрицательна. Значит, x равно минус 2, точка минимума. И наименьшее значение равно значению функции в точке минус 2. Находим y от минус 2. Подставляем минус 2 в формулу функции. 3 умножить на минус 2 – это минус 6. А здесь посчитаем, минус 2 плюс 3 – это 1. Натуральный логарифм единицы равен 0. И значит ответ минус 6.